Siemens SCP-XJ, или как некоторые люди его называют, Siemens. Он столько всего пишет и так хорошо все продумывает. Криптовалюты, как таковые, с самого начала строить Facebook вообще не нужно было. Мои друзья, с которыми я работаю, считают, что они строят shitcoin. Джек Дорси — это довольно знаменитый так называемый cypherpunk. Lightning, в принципе, очень хорошо решает проблемы масштабирования и анонимности. Если бы сейчас Сатоши начинал разрабатывать биткоин, то имело бы смысл написать его на Rust, а не на C++. Абсолютно бы согласился, да. Twitter Square Crypto. Знаешь ли ты, кто его ведет? Да. Но, знаю. Наверное, не расскажешь. Почему нет? Всем привет, с вами подкаст «Базовый блок», подкаст про блокчейн. У микрофона Сергей Тихомиров, и это выпуск номер 110. Сегодня у нас в гостях Арик Сосман, разработчик из компании Square Crypto. Привет. Привет, как дела? Все отлично, все здорово. Как дела в солнечной Калифорнии? В Калифорнии все просто великолепно. Отлично. Я перед началом нашего разговора только хочу сказать спасибо нашим патронам, которые нас поддерживают. Они на сайте patreon.com/basicblockradio подписались на пожертвования в адрес нашего подкаста, и мы им говорим большое спасибо. И специально для них у нас время от времени есть специальные эксклюзивные бонусы, которые только патроны могут послушать. Так что подписывайтесь, это очень нам помогает. И сегодня у нас есть сообщение, объявление от одного из наших патронов, от Петра Королева и компании Matter Labs. Даже два объявления. Во-первых, проект ZK-Sync, о котором Алексей Глуховский из Matter Labs рассказывал в выпуске номер 102, зарелизили. В нашем чате уже его обсуждали, и приглашаются все, кому это интересно, попробовать написать снарки безопасно на Rust и с удобной либо и под капотом. Ссылка будет в описании. И второе объявление заключается в том, что ребята поучаствовали в гранте от Gitcoin и поддерживают библиотеку Web3 Swift для мобилок с интеграцией с Ethereum. Вся поддержка полезных фичей, основных BIP, EIP, ENS, Patch Transaction, Queue и другие фичи, которых в других библиотеках нет. Ссылка будет тоже в описании. Я поздравляю ребят с тем, что они получили поддержку от Gitcoin. И опять-таки все, кому это интересно, приглашаются попробовать, пощупать, поэкспериментировать, дать фидбэк и рассказать, какие фичи они были бы рады там видеть. Большое спасибо Петру Королеву и всем нашим патронам. Заходите на Patreon, там есть специальный тир для тех, кто хочет нас поддержать несколько большей суммы, чем символические $5. И для таких людей мы предлагаем такую вот фичу, рассказывать об их проектах кратко в начале выпусков. А теперь к делу. Ну, давай начнем, наверное, сначала. Можешь вкратце рассказать о том, чем ты занимался до того, как пришел в эту индустрию и как ты в нее пришел? Конечно. Я изначально занимался тем, что я в Германии работал на фирму, которая проверяла, какие данные пересылают мобильные аппликации. И, в принципе, главное для этой фирмы это было проверить, насколько все аппликации смотрели на privacy, насколько они... какие они данные переслали, которые им, наверное, были не нужны, и правильно ли они все зашифровывали. Но спустя некоторое время я заинтересовался биткоином, я посмотрел, как биткоин был устроен, потому что я все время видел, что вроде люди были в состоянии друг другу посылать деньги. Это просто я, когда был в интернете, я это все время видел. И я никак сначала не мог понять, как возможно было, что люди друг другу посылали деньги без центрального сервиса. Но в конечном итоге я разобрался, я понял, как биткоин устроен. И, в общем-то, из этого некоторое время, кажется, год, больше ничего не вышло. А потом, чисто случайным образом, мне битку в Пало-Альто предложили работу, и я туда и перешел. И я там работал с 2015 по 2018 год. Можно сказать... что я тебя перебиваю, можешь сказать немного, ну, перед тем, как пойдем дальше, про компанию BitGo, потому что она тоже, мне кажется, заслуживает упоминания, что она делает и как там было изнутри работать? Конечно. В то время, когда я перешел на BitGo, BitGo только биткоинами занимались, и у них все кошельки, BitGo строят кошельки для фирм, и все кошельки у них были non-custodial, то есть у них кошельки устроены при помощи мультисиг, и это... И все кошельки состоят из трех ключей, из которых нужны две подписи, чтобы перечислить биткоин. В то время
стандартный кошелек выглядел так, что у человека был один главный ключ, у Bitgo был запасной ключ, и третий ключ тоже был либо у человека какой-нибудь backup, либо у третьей фирмы. И с тех пор Bitgo, конечно же, очень выросли. Они добавили всякие остальные криптовалюты. И сейчас они расширили предложение, и они предлагают custodial кошельки. То есть все ключи принадлежат Bitgo, и они защищены, и они пытаются их защитить так, чтобы если в случае чего, если люди потеряют свои биткоины, они вернут деньги. То есть это каким-то видом... Некоторая ограниченная страховка, но сейчас это новый продукт, который они предлагают. Я как раз подумал про страхование, потому что, вспоминая доклад «Биткоин-информация», который мы переводили и озвучивали в подкасте в конце прошлого года, там как раз тоже эта тема упоминалась в историческом контексте, насколько важно было развивать индустрию страхования финансовой отрасли и в Нидерландах 17 века и 16 века, так и в биткоине сейчас, и что этого пока не хватает. Ну да, причем более того, не то, что не хватает страховки, учитывая то, насколько сложно защитить биткоин, мне кажется, что для подавляющего большинства пользователей страховка — это единственный способ в самом деле хорошо защитить биткоин, потому что без страховки, как бы ты его ни защитил, ты можешь либо потерять доступ, либо кто-то его у тебя может украсть. Это кажется, Геннес, одна из самых сложных проблем, которые на сегодняшний день надо решить. И в Bitgo ты занимался бэкэндовыми сервисами, то есть ты непосредственно вот имплементировал функциональность, которая связана с хранением, ключами, безопасностью? Не совсем. Я разрабатывал SDK, которая используется в браузере для того, чтобы подписывать транзакции. То есть у меня доступа к ключам обычно не было. Это то, о чем вы спрашиваете. Это их HSM. И это чуть другая система, которую они с тех пор очень развили и которая очень изменилась. Но это не то, чем я в то время занимался. Но кроме того, что я разрабатывал SDK, я, когда Bitgo занимались расширением своего приложения, когда они добавили саппорт кошельку Ripple, я руководил строением этого кошелька, и это, кажется, получился и до сегодняшнего дня все еще единственный мультисиг кошелек для Ripple. Интересная история. Вообще Ripple такая странная же штука, она как будто бы ориентируется на как раз такие банки, крупные организации и так далее, но не очень вообще понятна их value proposition. Тебе понятен их value proposition? Так немножко уходя в сторону. Честно говоря, не очень. Это строение Ripple, это был очень хороший опыт, потому что можно было увидеть, как другие криптовалюты устроены, но если рассматривать их издаля, то мне кажется, что, в принципе, Ripple, так как таковая криптовалюта, существовать-то и не должна, потому что все то, чем они занимаются, можно запрограммировать при помощи одной единственной базы данных. Это просто PayPal, но чуть более сложный и менее быстрый. Понятно. Ну, переходя к следующей теме в этой нашей главе про твою биографию, Dosquare Crypto, Facebook, Libra и Calibra. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попал и какие были твои впечатления от работы в этой организации? Ну, конечно. Сначала я хочу сказать, что, проработав 3 года на Bitgo, я подумал, что было бы интересно и был бы очень хороший опыт пойти работать на большую компанию. И в то время Facebook как раз-таки только недавно объявил, что они открывают команду для всяких проектов блокчейн. И еще неизвестно было, чем именно они собирались заниматься. И когда я перешел на Facebook, там я был, кажется, первым их из 10, может, 15 человек, которые были в этой команде. И они вот-вот только решили, что они станут строить свою криптовалюту. То есть я, наверное, все-таки пришел чуть позже, чем надо было. Но было очень интересно, потому что Facebook строили свою криптовалюту с самого начала. То есть они все строили сами. Они не использовали ничего, что другие люди использовали. Они меняли всякие алгоритмы, при помощи которых они хотели построить Libra. И это меня тоже немного удивило, потому что когда строишь такую сложную систему, то
Мне кажется, очень просто совершить многие ошибки, которые, если ты ее строишь на основе чего-то остального, что уже существовало некоторое время и что уже проверено, это можно строить гораздо быстрее и можно фокусироваться на других проблемах, которые важнее, а не первоначальных проблемах, которые связаны с тем, что ты просто эту систему еще никогда не запускал. А тебе кажется, какие части системы могли бы быть построены на базе готовых компонентов и каких, собственно, компонентов? Это зависит от того, как люди считают, Libra должна быть использована. Потому что, в принципе, и это я говорю, потому что я это сейчас все-таки могу признаться, что я работаю на Square Crypto, потому что я лично считаю, что биткоин – самая интересная валюта. В принципе, криптовалюты как таковые с самого начала строить Facebook вообще не нужно было. Facebook, то, что Facebook хотят построить, это, в принципе, ничто иное, как очень большой кошелек, который, в принципе, только между пользователями Facebook разрешает людям пересылать деньги. То есть это как Venmo, как PayPal, это получается то же самое. То есть что Facebook, наверное, хотел построить, это некий эквивалент TransferWise, у которого пользователи бы могли, там, где пользователям не нужно было бы платить комиссию. А эта идея с самого начала была таковой, или она сформировалась уже по ходу работы? Мне просто интересно, насколько внутри команды Facebook и внутри команды Libra было ли какое-то такое цельное видение, чего, собственно, они хотят добиться, или они, и вы, точнее говоря, как команда, начали проводить какие-то эксперименты и уже по ходу дела определяли дальнейшее направление развития? Направление развития немножечко менялось за промежуток всей этой строки, но, в принципе, мне больше об этом говорить нельзя, потому что это все-таки всякие тайны Фейсбука. Окей, ну, наверное, последний вопрос, который я хочу задать по этой небольшой теме. Я прочитал, видел в Твиттере статью, кажется, в New York Times, но не прочитал ее полностью, но так проглядел. И основной ее посыл был в том, что Big Tech выходит из моды у студентов и у молодежи, которая в Америке, по крайней мере, решает, куда пойти работать. Чувствуешь ли ты какую-то тенденцию, что становится немодно работать в Фейсбуке, главным образом, может быть, и в Гугле тоже? И как это проявляется в долине? Честно говоря, не очень. Я среди своих друзей и всех тех людей, которые меня окружают, конечно же, немножко чувствую, что люди не очень хотят работать на Facebook. Но это не связано с Big Tech, а это связано с тем, что мои друзья, с которыми я работаю, считают, что они строят shitcoin, как тут это очень любят называть, хоть и не очень прилично. Но на Твиттере, конечно, что видно, это то, что людям не очень хочется работать на Facebook не из-за этого, хоть я лично это и не очень вижу, а из-за того, что они собирают данные, которые им, в принципе, не нужны. И из-за того, что они людям не дают, и пользователям не дают возможность им эти данные не давать. Это, мне кажется, однако не связано с Big Tech, это связано со всеми компаниями в Силиконовой долине, которые пытаются собрать как можно больше данных о их пользователях, чтобы на этом сделать больше денег. То есть правильно ли я понял, что к Твиттеру это, если относится, то в меньшей степени? Да, мне кажется, что Твиттер все-таки не очень связан с этим, потому что люди, когда они думают о Твиттере, они не думают о тех данных, которые Твиттер о них собирает. Это, наверное, причем я не знаю, насколько ли это правильно, но это мне лично так кажется, связано с тем, что люди, когда пользуются Твиттером, то они, в принципе, ожидают, что все то, что они пишут, будет всем видно. А на Фейсбуке это более неожиданно. И также на Google. Люди не ожидают, что все то, что они ищут, когда-нибудь через пару лет окажется в какой-то базе данных на Pastebin, где все будет видно, и вся их история поиска тоже всем будет видна. Да, вполне make sense. Ну, давай тогда, плавно переходя через Twitter к главной теме нашего разговора, которая является Square Crypto, расскажи, чем тебя привлекла эта команда, эта компания, и как ты туда перешел? Square Crypto меня привлек тем, что они занимаются именно биткоином. Проработав где-то год на Фейсбуке и работая на Libra, мне все-таки казалось, что
Facebook совершает очень большую ошибку, потому что они вместо того, чтобы либо использовать базу данных, либо улучшить экосистему биткоина, пытаются построить свою криптовалюту, которая, в принципе, никому так и не нужна. И Square Crypto, у них-то главная цель — просто улучшить экосистему биткоина, и они к тому же хотят, чтобы биткоин стал де-факто стандартным денежной суверенности. И это меня очень привлекло, потому что с тех пор, как я работал на BitGo, мне казалось, что у меня уже давно не было возможности работать именно с биткоином. И даже когда я на BitGo работал, уровень, на котором я работал, был немножечко выше. То есть я пользовался биткоином, но я не мог с ним экспериментировать. И то, что как раз-таки в конце концов было очень интересно, то есть когда я уже собирался переходить с BitGo на Facebook, это строить всякие эксперименты с Lightning. И мне кажется, что все-таки очень удачно все сложилось, что проект, которым сейчас будет заниматься Square Crypto, и есть SDK для Lightning. Ну это, давай мы эту тему немного отложим. Хотелось бы ввести наших слушателей в курс. Может быть, не все понимают, что Square Crypto — это подразделение в каком-то смысле, поправь меня, если это не совсем точное слово, компании Square, которой руководит Джек Дорси, который также руководит и является основателем Твиттера. И да, вот чтобы ввести контекст, можешь немного рассказать вообще про компанию Square, большую компанию Square, а не Square Crypto, чем она занимается и что ее связывает с криптовалютами, если что-то связывает? Конечно. Главная цель Square — это строить ридеры для карточек и для Apple Pay, которые можно использовать как станции для приема денег. То есть Square, они строят hardware. И этот hardware они уже строят много лет, кажется, в районе 10 лет. И это то, на чем они и выросли. Кроме этого, у них еще есть очень знаменитая аппликация Cash App. И Cash App — это аппликация, очень похожая на Venmo, которая дает возможность людям делать peer-to-peer перевод фиат. Но к тому же Джек Дорси, это я говорю о его личной истории, он-то довольно знаменитый так называемый cypherpunk, и он очень любит биткоин, потому что биткоин — это такая криптовалюта, которая очень отличается от всех остальных, потому что у биткоина нет руководителя. Биткоин — это считается первая настоящая криптовалюта. И таким образом он это называется Internet Native Currency. И в связи с этим Джек Дорси так и создал специальную группу внутри Square, Square Crypto, которая занимается биткоином, хоть это с главной целью Square в принципе пока что еще не связано. Хотя возможно, что лет через 5, а может раньше, может и позже, все-таки станется какая-то полезная польза от этого. Да, как раз то, что я хотел спросить и как-то в этом разобраться, является ли Square Crypto коммерческой организацией или некоммерческой? Есть ли здесь какие-то перспективы для Джека Дорси, собственно, коммерческие, извлекать из этого деньги? Или это исключительно ради развития самой экосистемы, а деньги зарабатывать он планирует каким-то другим образом? На сегодняшний день коммерческого интереса от Square Crypto нету. Хотя это не отдельная фирма, то есть это не отдельная организация, а это просто команда внутри Square. Когда я читал анонсы и блог на медиуме Square Crypto, мне показалось интересным, что они свой стиль работы и свою методику работы описывают как design-centric. Они пишут «Our process is design-centric». Как бы ты расшифровал это понятие, что значит дизайн-центричный подход? Я честно хочу признаться, и, наверное, этого в подкасте лучше не упоминать, но мы еще не совсем знаем, что это будет значить. Это я тебе лично говорю. Мы уже довольно долго ищем дизайнера. И цель для дизайнера будет делать всякие design guiding guidelines или guiding principles для работы с биткоином. Но кроме этого я еще не совсем знаю, что это будет значить. Ну, с точки зрения поиска дизайнера, я думаю, здесь это совершенно не... Как бы, мы не выдадим никакой тайны, потому что в этом же подкасте, когда у нас в гостях был Глеб Науменко, он тоже про эту вакансию рассказывал, и мы ее анонсировали, но, как видно, пока она еще не закрыта.
Да, ну, я думаю, мы скоро все-таки сами поймем, что design-centric будет значить. Тут говоря об общей какой-то постановке задач и целях Square Crypto, есть ли, собственно, эти цели и задачи? Насколько четко они сформулированы или вам дают свободу делать то, что, по вашему мнению, хорошо для биткоина? Имеет смысл начать с того, что когда мы только все собрались в начале октября, мы первые 3 месяца думали о том, что имеет смысл или чем имеет смысл Square Crypto заниматься. Причем главные цели — это следующие. Можно начать с основной цели. Это установить биткоин стандартом денежной суверенности. И для того, чтобы это стало возможным, нужно решить некоторые проблемы, которые связаны с биткоином на сегодняшний день. Причем нам показалось, что это следующие 3 проблемы. Во-первых, биткоин очень сложно защитить. То есть нужно что-то сделать насчет того, что очень сложно хранить частные ключи. Во-вторых, биткоин очень сложно масштабировать. Даже Lightning, который существенно помогает масштабировать биткоин, тем не менее не будет в состоянии увеличить масштаб до, скажем, многих миллионов пользователей. Потому что для того, чтобы открыть миллионы каналов, это, считай, даже 2 миллиона каналов, если в каждом блоке помещается только 2000 транзакций, и каждый блок длится 10 минут, то это все равно надо будет очень долго ждать, пока все эти каналы все-таки откроются. Тем более, учитывая то, что нужно ждать 6 confirmations для того, чтобы канал стал окончательным. А третий запрос заключается в том, что на сегодняшний день все те транзакции, которые происходят на сети Bitcoin, всем видны, потому что биткоин — это та криптовалюта не анонимная, а псевдонимная. И мы подумали, что Lightning, в принципе, очень хорошо решает проблемы масштабирования и анонимности, хотя, конечно же, все же нужно лучше исправлять проблему масштабирования, потому что Lightning пока что это не совсем решает, но, тем не менее, гораздо улучшает статус-кво. А защиту частных ключей — это все же проблема, которая даже более существенна в связи с Lightning, потому что имплементации Lightning, которые на сегодняшний день существуют, если смотреть на LND, на C-Lightning, на Eclair, а самая распространенная из них — это именно LND, то чтобы запустить Lightning Node, нужно сначала запустить BitcoinD или Bitcoin Node и дать Lightning доступ к кошельку, чтобы Lightning в любой момент мог подписывать транзакции и пересылать биткоин. То есть это получается, что cold wallets, то есть частные ключи, которые не связаны с интернетом, несовместимы с Lightning. И это очень большая проблема, если учитывать то, что все-таки Lightning биткоину нужен для того, чтобы биткоин мог масштабироваться. И нам показалось... Извини, я тут немного тебя перевью по поводу горячего кошелька. Я просто тоже работаю с Lightning сейчас и работаю с C-Lightning как с имплементацией. Что я там вижу, это что доступ к ключам давать вроде как не нужно. То есть у C-Lightning есть свой адрес, и я на него посылаю биткоины, хочу, если из холодного хранилища, и дальше они находятся уже в Lightning. То есть нет такой непосредственной связи между горячим кошельком и холодным кошельком. Ну да, доступ к кошельку биткоина надо давать из LND, а в C-Lightning это не обязательно. Это ты, конечно же, прав. Но, тем не менее, в Lightning, чтобы можно было пользоваться самыми каналами, нужно, чтобы доступ к ключу для канала все время был горячим. И это тоже что-то, что связано с самим протоколом. Хотя, наверное, если активируется Schnorr и Taproot, то можно будет изменить протокол таким способом, чтобы это тоже было не обязательно. Это мы увидим. Но нам кажется, что для того, чтобы можно было экспериментировать с Lightning, очень полезно, чтобы был как раз-таки Lightning Development Kit, у которого подход не как у своего сервиса, который все время должен бежать, а как у библиотеки, чтобы разработчики сами могли решать, когда какой аппликации нужен доступ и к чему. Давай тогда поговорим про Lightning Development Kit как проект, который недавно Square Crypto анонсировали.
Ну, опять-таки, заходя немножко издалека, что вообще такое Development Kit? Development Kit — это библиотека, которая разработчикам дает возможность использовать всякую функциональность, которая уже записана и запрограммирована другими разработчиками. То есть это в принципе, просто чтобы не нужно было переписывать и копировать код. Это упрощение. Ну, сейчас, если у меня, допустим, есть биткоин-кошелек, и я как разработчик хочу туда интегрировать Lightning, то с какими проблемами мне приходится сталкиваться, и как LDK потенциально решит эти проблемы? Это, конечно же, зависит от того, каким способом ты хочешь интегрировать Lightning в свой биткоин-кошелек. Но если, скажем, рассматривать кошельки, у которых уже есть некая инфраструктура, кошельки, в которых уже есть несколько биткоин full nodes, которые проверяют, которые смотрят, были ли на блокчейне всякие важные транзакции и блоки, и если были, которые их записывают в базу данных, то у тебя, как у разработчика, уже есть некоторая инфраструктура, с которой ты бы хотел интегрировать Lightning. Но на сегодняшний день, если ты хочешь использовать существующие возможности, самое распространенное из них — это, конечно же, LND, то что тебе надо делать, это тебе нужно, несмотря на то, как у тебя на сегодняшний день работает инфраструктура, запускать дополнительный процесс LND, и вокруг этого процесса тоже строить инфраструктуру так, как LND ее ожидает. При помощи Lightning Development Kit, это что в принципе не что иное, как Rust Lightning и некоторые language bindings для других языков, как Swift, Python, WebAssembly и всякие другие языки, которые могут людям понадобиться. Если использовать Rust Lightning или Lightning Development Kit, то ты можешь использовать свою инфраструктуру таким способом, как ты ее построил, и в нее интегрировать Lightning без того, чтобы тебе нужно было ориентироваться на том, как всякие существующие имплементации от тебя ожидают интеграцию. То есть правильно ли я понял, я сейчас переформулирую, а ты меня поправь, если я неправильно понял, что вот есть основные имплементации Lightning, и у них есть какие-то свои команды в API, которые позволяют разные функции вызывать. И они между собой, ну, не согласованы. А Lightning Development Kit предоставляет некоторую, ну, возможно, более высокоуровневую абстракцию, а может быть и даже на таком же уровне абстракции находящуюся, но некоторые API, к которому я могу делать запросы, а он уже сам решит, как эти запросы перевести на язык, понятный LND или C-Lightning, или чему-то еще. Таким образом, мне не нужно будет интегрироваться с конкретной имплементацией, нужно будет понять, как работает LDK API, и уже интегрироваться с ним. Это довольно аккуратно. Я бы даже сказал, что Lightning Development Kit — это уровень чуть ниже. То есть вместо того, чтобы запускать отдельный процесс, Lightning Development Kit тебе дает возможность свою аппликацию, кроме всего прочего, превратить в свой же Lightning Node. То есть это можно сравнить, это одна коллега, кажется, сделала такое же сравнение. Это как сравнивать всякие аппликации SQL, как MySQL или Postgres, с SQLite. Разница заключается в том, что в одном случае нужно конфигурировать отдельный процесс, который бежит и с которым ты можешь разговаривать, а в другом случае тебе отдельный процесс не нужен, а ты сам конфигурируешь, что тебе нужно и как это должно выглядеть. И у тебя нету никаких внешних зависимостей. Еще аспект, который мне показался в этом всем интересным, это Rust Lightning. Насколько я знал раньше, Rust Lightning для меня означало некоторую имплементацию Lightning на Rust, которую пишет Мэтт Коралло, но которая находится не в production-ready состоянии, ну, такой как бы хобби-проект. Но сейчас я вижу, что вы его выносите, так сказать, на передний край, на сцену, и начинаете вокруг него и на основе него строить, собственно, LDK. Почему был сделан такой выбор, и в чем особенность Rust Lightning как имплементации? Выбор был сделан, во-первых, на той основе, которую я до того описал, а именно, во-первых, что Lightning — это лучший проект, которым мы можем заняться, потому что Lightning помогает биткоину и с анонимностью, и с масштабируемостью. А Rust Lightning, что в нем такое очень интересное, это то, что Rust Lightning запрограммирован в форме библиотеки, а не в форме аппликации или процесса, или daemon. То есть это получается именно то, что разным разработчикам и нужно, чтобы
можно было строить Lightning на основе своей инфраструктуры, а не достраивать инфраструктуру по ожидаемости Lightning всяких процессов. А язык Rust, он нам очень интересен, потому что, во-первых, на нем очень просто программировать для всяких low-level аппликаций, в отличие от C. Rust очень хорошо проверяет и заставляет разработчиков следить за употреблением памяти. И у него очень маленький runtime. То есть Rust можно не просто очень хорошо и эффективно компилировать, а его можно использовать и применять в контексте других языков. И при этом не нужны очень большие дополнительные всякие потребления. То есть у Rust получается меньше зависимости на всякие другие runtime. Это можно сравнить с Go. Если Go, скажем, перекомпилировать в Swift, то получается, что нужны некоторые дополнительные примитивы, и что binary получается довольно большой. А при помощи Rust просто этих проблем гораздо меньше, и можно строить аппликации гораздо более аккуратные с точки зрения на употребление памяти. Ты согласишься с таким высказыванием, что если бы сейчас Сатоши начинал разрабатывать биткоин, то имело бы смысл написать его на Rust, а не на C++? Абсолютно бы согласился, да. Но тогда, когда биткоин начинался, Rust-а еще не было совсем даже, да? Не то, что в продакшене, а вообще не было. Или был? Мне кажется, что тогда его еще не было. Rust же в 2010-х годах был основан, не правда? Можно посмотреть. Да, ну, по крайней мере, уж точно не готов для такого промышленного употребления. Ну, говоря про Lightning Development Kit, такой вопрос, который у меня возникает, нет ли здесь проблемы в том, что сам по себе протокол Lightning'а еще, ну, по большому счету, не устоялся. То есть еще ведется большая работа над, собственно, Bolt, над спецификациями. Не видите ли вы проблему в том, что вы напишете некоторую имплементацию и development kits, а потом выяснится, что протокол как бы изменился и придется все заново делать? Или это какой-то итеративный процесс, и вы, в свою очередь, также влияете и на изменения протокола, которые происходят? Я такую проблему вижу. Мы все эту проблему видим. Но мы ее не называем проблемой, а мы ее считаем преимуществом. Потому что с нашей точки зрения, учитывая то, что протокол Lightning очень меняется, но и протокол биткоина тоже меняется, мы как раз-таки считаем, что Rust Lightning можно использовать, чтобы гораздо быстрее можно было итерировать и добавлять саппорт для изменений протокола, чтобы люди и разработчики могли быстрее экспериментировать и пробовать, как все-таки эти изменения протокола влияют на их аппликации. То есть получается, что существующие имплементации, они довольно медленно должны меняться, и они должны посмотреть на то, чтобы у них была компатибильность, то есть чтобы все изменения работали с предыдущими итерациями этих аппликаций. А когда строишь исключительно библиотеку, то новые разработчики могут гораздо быстрее и гораздо проще пробовать всякие новые изменения и с ними экспериментировать. То есть в каком-то смысле LDK так относится к имплементациям Lightning, как сам Lightning относится к биткоину, потому что очень похожие рассуждения я слышал много раз относительно того, что Bitcoin Core протокол не может меняться, но зато Lightning, построенный на его основе, меняться может и меняется быстро, и это дает возможность быстрый прогресс осуществлять и быстро итерироваться. Ну да, хотя на сегодняшний день протокол биткоина тоже немножечко меняется. Скажем, только что же Питер Вюе опубликовал свои PRs для Schnorr и Taproot. И мне кажется, что если они войдут в протокол биткоина, изменения эти будут очень-очень интересны именно для разработки Lightning, потому что можно будет использовать новые примитивы для анонимности, потому что вместо hash или HTLCs можно будет использовать так называемые PTLCs, то есть Point Time Lock Contracts, где просто на основе шнора можно будет использовать секретность и можно будет декоррелировать разные компоненты канала и цепи платежа внутри Lightning. А кроме этого, что меня лично очень интересует, это SIGHASH ANYPREV OUT. Я не знаю, знают ли ваши слушатели, я думаю, что все-таки они с этим очень хорошо разбираются.
Ну, расскажи, это очень интересно. Я сам в этом не то чтобы блестяще разбираюсь. Ну да, я в общем-то, вот повторяю. То есть sighash anyProvout или sighash noInput заключается в том, что не нужно делать commitment подписи input к предыдущей транзакции. То есть не нужно говорить, какая у нее TX-ID. Преимущество этого заключается именно в том, что если меняется транзакция, но у нее spend script или output script такой же, то можно заменить input следующей транзакции, у которой sighash anyProvout, не меняя подпись. А если посмотреть на то, как устроен протокол L2, это тоже Lightning, но немножечко другая конструкция каналов, то это вот изменение используется для того, чтобы было гораздо проще делать backups и чтобы всегда можно было опубликовать самое новое состояние канала, и это же самое новое состояние канала всегда может заменить любое предыдущее, вне зависимости от того, знает ли блокчейн о каждом предыдущем состоянии канала. И при помощи этого можно вообще полностью элиминировать breach remedy transactions. То есть, если человек случайно выключил свой Lightning node, и у него не самое новое состояние, потому что он потерял часть бэкапа, и он его снова запускает, то ничего страшного не произойдет, если человек случайно транслирует старое состояние канала. Он из-за этого не потеряет все деньги, которые в этом канале у него записаны. А как тогда... Сейчас я вот пытаюсь это сформулировать сейчас. То есть, как я для себя формулирую проблему лайтнинга и почему у нас есть эта проблема со старыми состояниями? Что у нас происходит какой-то off-chain обмен состояниями, и среди них есть какое-то последнее, но мы блокчейну никак не можем доказать, является ли данное состояние последним. И поэтому у нас есть эта вот bridge remedy конструкция, где злонамеренная транзакция, как бы она перекрывается или перетрачивается следствием транзакций, которые все возвращают на свои места. Если у нас будет L2, и если у нас будут транзакции, где не нужно указывать, какой конкретно input транзакция тратит, как это нам помогает решить или обойти этот вопрос того, что блокчейн не знает, какое из наших состояний на самом деле последнее? В L2 способ довольно простой. У каждой транзакции все-таки все еще будет некий sequence ID. Это, я точно не помню, кажется, в L2 используется CLTV, но не надо посмотреть. Но преимущество заключается в том, что у каждой предыдущей транзакции меняется ID, а output script у нее всегда тот же самый. То есть любая последующая транзакция внутри цепи транзакций L2, точнее внутри цепи всяких состояний канала, может тратить деньги любого предыдущего состояния, потому что единственное, что меняется, это ее TX-ID. А в принципе, что L2 делает, это не то, что нельзя транслировать старое состояние, а то, что новое состояние всегда можно транслировать. То есть всегда можно транслировать состояние, которое новее предыдущего, но нельзя транслировать состояние, которое старше самого нового, которое транслировано на блокчейн. То есть получается, что есть цепь, и положение этой цепи, точнее, секвенцию, нельзя заменить. Пытаюсь сейчас понять, что происходит в L2, если, допустим, у нас с тобой был канал, и я пытаюсь старое состояние положить на блокчейн. Что происходит дальше? В чем отличие от того, что в Lightning происходит сейчас? В L2, если ты старое состояние кладешь на блокчейн, то что я могу сделать? Это я могу взять самое новое состояние и тоже положить на блокчейн. И это самое новое состояние всегда будет в состоянии забрать у тебя деньги из этого старого состояния. Причем не все деньги, а только те деньги, которые мне положены по этому самому новому состоянию. И я не смогу транслировать состояние, которое старше, потому что состояния заперты по их последовательности. Что на сегодняшний день происходит без L2, это когда я... Можно начать не с того, что я транслирую старое состояние, а с того, что я меняю с тобой кооперативно, какое самое новое состояние. Когда состояние меняется, то я тебе даю revocation
private key для этого старого состояния. То есть, когда я транслирую старое состояние, то у тебя всегда есть ключ, при помощи которого ты можешь из этого старого состояния у меня забрать деньги. И этот ключ ты только тогда получаешь, когда мы с тобой заключаем новое состояние, и получается, что старое состояние аннулируется. Ну, пока звучит довольно похоже на Lightning. Или это про Lightning это есть? Это похоже, очень похоже на Lightning, но преимущество, конечно, заключается в том, что не нужно запоминать все старые состояния. Самого нового состояния вполне достаточно, чтобы потратить деньги любого предыдущего состояния. То есть, во-первых, проще запомнить. Во-вторых, если состояние не самое новое, то деньги, которые у тебя заперты в канале, они все теряются, а теряются только те деньги, которые ты потратил с тех пор, если есть состояние, которое получилось после того, которое ты транслировал на блокчейн. То есть гораздо проще о L2 размышлять, и L2 гораздо проще имплементировать. И если говорить про то, когда это все может быть внедрено, какой-то есть таймлайн по SIGHASH no input? Нет, у меня лично нету. Мне кажется, что Anthony Towns этим больше всего занимается. У нас в команде Matt Corallo говорит, он называет себя нашим пессимистом. Он говорит, что скорее 5 лет ничего с этим не произойдет. Хотя я не знаю. Я все-таки надеюсь, что что-то произойдет чуть раньше, чем в 2025 году. Но все-таки делать предсказания про биткоин — это очень сложно. И я все-таки попытаюсь такие дела не делать. Хорошо. Ну, хотя бы будем надеяться, что шнур и топрут будут побыстрее, потому что, по крайней мере, они уже есть в виде бипов, что уже большой шаг вперед. А, даже без L2 шнур и топрут очень развивают возможности, которые будут на Lightning. Ну, говоря, возвращаясь к разговору про LDK, вот вы сделали это большое заявление, анонсмент. Какие дальше первые шаги и какие планы по воплощению в жизни этого видения? Одно из первых вещей, которые нам надо сделать, это нам надо чуть упростить код. Нам надо его сделать чуть более читаемым. Надо запрограммировать всякие другие language bindings для других языков, чтобы его можно было использовать в мобильных аппликациях. И нужно довести проект до продуктоспособности, потому что на сегодняшний день это, ты, кажется, правильно описал. Все-таки состояние проекта не такое, что его можно использовать в продакшн. А если код станет чуть более разборчивым, если все станет чуть крепче защищено, и можно будет использовать код не только в Rust, а еще и в других языках, то, мне кажется, это все-таки будет очень большой шаг по направлению к используемости и production readiness. То есть пока это в каком-то смысле, скажем так, подготовительная работа и какая-то закладка фундамента или даже рытье котлована, на котором впоследствии будет построено то, что вы хотите построить. Ну да, несомненно. Но я должен сказать, что все то, что Matt Corallo за последние 5 лет построил, это очень-очень впечатляет. И, конечно же, без него и без Антона Риарда у нас этой основы бы и не было. То есть то, что они запрограммировали, мне кажется, это нечто очень впечатляющее. Замечательно. Ну, хотелось бы немножко зум-аут, так сказать, посмотреть на картину более широко. Вопрос, который мне не дает покоя в каком-то смысле относительно лайтинга, это его перспективы в смысле его сценариев использования. Я, поскольку сам занимаюсь исследованиями лайтинга и с ним работаю, мне нравится, как эта технология устроена, и, конечно, огромный ее плюс, что она работает именно на базе биткоина со всеми уникальными свойствами биткоина. Но у меня не сложилось пока такого ясного понимания, где, собственно, ее use case, для чего она была бы хороша. Вот какое на этот счет есть мнение у тебя и у Square Crypto? Где Lightning найдет свои применения? У меня насчет этого есть мнение. Я не хочу совсем говорить о мнениях Square Crypto, потому что нас там все-таки несколько человек. Но мне лично кажется, что Lightning — это вещь необходимая для того, чтобы биткоин мог стать используемой в мейнстриме. На сегодняшний день у биткоина очень резко меняется цена, и
люди, конечно же, не хотят тратить биткоин, потому что все-таки исходит из того, что у него цена увеличится. При помощи Lightning я думаю, что станет возможно такому большому количеству людей использовать биткоин, что произойдет некий point of saturation, и у него гораздо меньше станет меняться цена, и люди станут хотеть его тратить и друг другу пересылать. К тому же, я думаю, что если много людей станут пользоваться биткоином, то так же, как, мне кажется, было в конце 2017 года, что mempool просто был полностью забит, и нужно было платить очень большую комиссию, чтобы транзакцию можно было провести по блокчейну. Я думаю, что такое состояние вполне может вернуться, и при помощи Lightning у людей будет способность тратить биткоин гораздо дешевле и гораздо быстрее. Это на сегодняшний день, наверное, очень сложно предвидеть, но я думаю, что в течение лет 5, может 10, все-таки Lightning станет гораздо важнее, чем он есть на сегодняшний день. То есть это считаем, можно описать как preventive technology для того, чтобы биткоин можно было пользоваться через несколько лет. Хоть и на сегодняшний день это еще вовсе никому не нужно. Но ты скорее видишь будущее Lightning для небольших платежей, для, условно говоря, покупки кофе, или же для каких-то больших игроков, которые между собой связаны огромными каналами и перекидывают, может быть, миллионы долларов между биржами или подобными большими игроками? Я работал на BitGo, и я видел, какие происходят платежи между биржами. И я не хочу слишком много об этом рассказывать, потому что это все-таки их тайна. Но учитывая то, сколько денег переходит от одной биржи к другой и обратно, думаю, что, может, не в непосредственном будущем, но через пару лет биржам использовать Lightning будет просто необходимо. Именно потому, что ограничения ончейна будут слишком для них ограничивающими, или ограничения банковской системы будут слишком для них неудобными? Чтобы сэкономить деньги. Это, наверное, связано с ограничениями on-chain, но учитывая количество денег, которые биржи посылают друг другу и обратно, я думаю, что им будет очень выгодно пользоваться Lightning для того, чтобы платить меньше денег на комиссию в биткоине. Я просто видел некоторые из этих транзакций, и если все вместе складывать, то биржа очень много денег тратит на комиссию. Я думаю, что Lightning с этим очень может помочь. Это интересно. Говоря о комиссии, я слышал мнение, не знаю, насколько ты с ним согласишься, но мне кажется, оно вполне такое оправданное, что комиссии в Lightning пока экономически не оправданы. То есть там, по сути, рынка нет, а есть только энтузиасты, которые... Комиссии, которые они берут, они чисто номинальные. Как ты смотришь на развитие комиссии в Lightning, и не будет ли в Lightning тоже такой же ситуации, как в биткоине в 2017, когда вдруг все пойдут туда, и большие хабы будут большие комиссии требовать, а без больших хабов сложно будет платежи проводить? Это сложно предвидеть, потому что я не знаю, насколько окончательно на сегодняшний день известно состояние протокола Lightning. И я думаю, что если люди посчитают, что они слишком много денег тратят на комиссию для всяких хабов между ними, то люди всегда смогут открыть канал между собой. Это, я думаю, и произойдет между разными биржами, чтобы они не тратили деньги на комиссию внутри Lightning. Но к тому же, я думаю, что если будет достаточно каналов, то у людей, по крайней мере, будет выбор, какой выбирать маршрут, чтобы минимировать трату на комиссию. Это сложно, однако, предвидеть, потому что все-таки очень зависит от того, как будет развитие графа и как вообще, как люди себя будут вести на Lightning. Я думаю, что то, что мы видим на сегодняшний день, просто очень непредставительно для того, что будет лет через 5, может, года через 3-4. Как тебе кажется, ты бы ожидал большей централизации Lightning или, наоборот, большей децентрализации? Я имею в виду возникновение узлов, которые обладают большой ликвидностью, у которых много каналов, и, соответственно, к которым есть мотивация подсоединяться, потому что я хочу подсоединиться к тому узлу, который будет надежно меня обслуживать. Не ведет ли это к тому, что у нас в конечном итоге сложится небольшая система очень больших хабов? Я думаю, ты прав. Я думаю, что у нас будет большая централизация,
и большая централизация, чем на сегодняшний день. Я не знаю, как это решить, если это рассматривать как проблему, но мне кажется, что это нечто, что происходит с любой децентрализованной системой, что в конечном итоге все стремится к централизации, и что это все-таки никак не обойти. Ну, интересно просто подумать о том, не ставит ли это под угрозу, не поставит ли это под угрозу ключевой value proposition Lightning, если все равно у нас все будет проходить через, не знаю, 3, 5, 10 крупных узлов, которые, не знаю, в какой-то момент возьмут и введут KYC. Почему бы не представить себе такой сценарий? Не знаю, насколько он вероятен, как считаешь? Я не знаю, насколько это вероятно. Я считаю, что это вполне возможно. Но даже если крупные всякие плееры ведут KYC, то, тем не менее, протокол Lightning-то даст людям возможность открыть каналы между собой. И если большие плееры ведут KYC, то все-таки, по крайней мере, это моя надежда, что люди попытаются их избежать и их больше не использовать. Это сложно предвидеть. Это, я думаю, мы увидим. Это может еще будет зависеть от всяких законодателей в тех странах, в которых эти большие плееры находятся. Потому что мы-то видим на сегодняшний день, что во многих странах уменьшают максимум платежей по кэш. И если люди не смогут пользоваться наличными, то, наверное, все-таки следует и подумать, что такие же ограничения станут и верны для биткоина. Но все-таки я-то очень надеюсь, что мы сможем избежать этой дистопии. Да, хотелось бы надеяться, хотелось бы думать, что биткоин действительно поможет как-то что-то противопоставить этому движению в сторону всеобщей централизации и отказу от всевозможных независимых систем. Знаешь, мне еще хотелось бы поговорить про развитие Lightning. Такой вопрос задать, может быть, он прозвучит несколько пессимистично, но график роста количества ликвидности в Lightning и количества узлов Lightning, он за 2019 год проделал такую любопытную, как мне кажется, траекторию. Вначале все росло очень так бодро, быстро, и даже складывалось впечатление, что это какие-то задатки экспоненциального роста в течение первой половины прошлого года. А потом эта экспоненциальная кривая взяла и остановилась. То есть количество узлов и биткоинов в Lightning, если и растет, то как-то очень медленно и совершенно не взлетает. Как ты думаешь, почему? Чего не хватает для более быстрого адопшена? Мне кажется, что это, конечно же, я точно не знаю. То есть это только гипотеза. Но мне кажется, что это связано с двумя вещами. Во-первых, что на сегодняшний день довольно низкие комиссии on-chain. А во-вторых, мне кажется, что обычным пользователям пользоваться Lightning очень неудобно. Это причем связано с тем, что чтобы пользоваться Lightning, нужно либо чтобы у тебя была какая-нибудь custodial node, либо нужно все время быть онлайн. И это просто несравнимо с тем, как на сегодняшний день устроен биткоин. Потому что я могу ходить с кошельком, я могу ничего не делать, и мне в любой момент люди могут платить деньги. Чтобы мне получить платеж Lightning, мне, во-первых, должен быть открыт канал, который, чтобы открыть, мне нужно заплатить деньги и потом подождать минимум час. А во-вторых, чтобы получить деньги, мне в это время нужно, чтобы у меня аппликация была открыта, чтобы я мог сгенерировать инвойс, и чтобы я потом смог, получив HTLC от предыдущего нода по маршруту, сделать channel state revocation и перейти на следующее состояние канала. Если Lightning и через 3 года также надо будет пользовать, то это будет очень неудобно для пользователя, потому что это просто слишком сложно и слишком медленно. Это, мне кажется, так продолжаться не может. Но для того-то мы и работаем на LDK, потому что мы хотим, чтобы люди экспериментировали, чтобы люди немножечко улучшили и исправили протокол. И мы очень надеемся, что из этого что-то интересное выйдет. Здорово. Ну, говоря про видение, опять-таки, Square Crypto на биткоин,
какой степени Lightning является определяющим для успеха биткоина? Или возможна ситуация, когда Lightning по какой-то причине не получает того прекрасного будущего, на который мы рассчитываем, но биткоин, тем не менее, остается? На основе биткоина можно строить очень много чего. Мне кажется, что Lightning на сегодняшний день — это все-таки самая, что ни на есть, такая надежная ставка. Но не факт, что Lightning и же и останется. И тем более, учитывая то, что, я думаю, скоро в биткоин войдут Schnorr и Taproot, возможности настолько увеличатся, что вполне возможно, что люди придумают что-то, что проще, чем Lightning, что проще использовать и что быстрее, и что биткоин сможет развиться вне зависимости от того, насколько люди будут пользоваться Lightning. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень вероятно. Мне кажется, что все-таки Lightning уже довольно долго люди исследуют, и что люди с ним экспериментируют, его разрабатывают, и что гораздо вероятнее, что Lightning улучшится, и что им проще станет пользоваться, чем что это никуда не пойдет, и люди перейдут на нечто иное. Да, пожалуй, соглашусь с этим прогнозом и с этой оценкой. Но давай поговорим про Square Crypto как команду. Очень интересно, как устроена работа команды, как вы распределяете задачи, понимаете, что нужно делать и, собственно, подходите к работе. В команде на сегодняшний день 5 человек. У нас Стив, который работает как PM и который все еще занимается поиском дизайнера и помогает биткоину с активацией Schnorr и Taproot. И скоро, я думаю, когда все с Schnorr и Taproot будет чуть более понятным, перейдет на то, что он будет помогать биткоину с активацией, разработкой Sighash AnyProvOut. Это все то, чем занимается Стив. Кроме него, конечно же, есть Мэтт Фрало, Бал, Джефф и я. И то, чем мы занимаемся, это мы просто смотрим, что мы можем изменить в Rust Lightning для того, чтобы его улучшить. И мы, в принципе, занимаемся этим, как любые open-source contributors. У нас лишь преимущество в том, что мы всегда можем друг с другом разговаривать, и что у нас есть команда. Но мы-то, в принципе, хотим сделать разработку Rust Lightning таковой, чтобы наши git commits, наши contributions не преувеличивали 50% всех тех, которые вообще идут которые приходят из комьюнити. То есть мы очень надеемся, что это не только мы будем разрабатывать, что все этим очень заинтересуются, и что у нас не будет особой ставки, что у нас не будет такого особенного расположения, а что все будет очень кооперативным. А что вы видите как такие способы построить комьюнити и привлечь сторонних разработчиков работать над вашим проектом? Потому что я, ну, надевая, так сказать, шляпу скептика, могу такое рассуждение привести, что зачем мне, как стороннему человеку, вкладывать силы в разработку, которая находится под управлением коммерческой компании? Не лучше ли мне будет поработать в open-source, ну, как, например, в Bitcoin Core, который действительно никому не принадлежит? Ну, во-первых, эта библиотека все еще принадлежит Мэтту Фрало. То есть эта библиотека не принадлежит Square, и лицензия у нее такая же. Это, я, конечно, понимаю, что с точки зрения скептика это недостаточно. Но мы также надеемся, что то, что мы будем строить, убедит скептиков, потому что это видно будет, что никакие коммерческие интересы в рассуждения приоритетов не входят. И к тому же мы, конечно же, очень надеемся, что сам проект будет очень популярен, очень интересен. И из-за этого разработчики, которые пользуются Rust Lightning, для того, чтобы им было удобнее пользоваться, тоже сами будут делать всякие pull requests. А как построено ваше взаимодействие с разработчиками других имплементаций и с теми, ну, это в значительной степени те же самые люди, с авторами спецификаций Lightning, которые называются Bolt? Как вы участвуете в написании болтов или в каких-то других имплементациях? Мы надеемся немножечко все-таки участвовать в разработках болтов, потому что все-таки есть очень много всяких возможностей улучшить Lightning, и мы о них разговариваем, и мы хотим, чтобы у нас тоже были всякие PRs в проекте Lightning RFC.
Отношения у нас с другими разработчиками Lightning очень дружелюбные. Мы с ними со всеми разговаривали, и нам многие из них говорили, что они очень заинтересованы этим проектом. Я не хочу называть имена этих проектов и имена людей, но нам кажется, что будет все-таки очень много возможностей для совместной работы. А что бы ты посоветовал разработчику, который захотел бы войти в эту экосистему, начать разрабатывать какие-то вещи в экосистеме Lightning, с чего начать и на что обратить внимание в первую очередь? Это, наверное, совет, который не часто слышен от разработчиков, но я лично бы очень рекомендовал прочесть документацию, то есть читать болты. То, как я сам начинал разработку с Lightning, это я читал болты и пытался их всех имплементировать. И мне кажется, что это мне очень помогло. И я думаю, что это не только мне может помочь, а что это всем может помочь, потому что нужно ощущение того, что в Lightning происходит. Потому что это такая многослойная система. Я думаю, что без этого начать не ориентироваться очень сложно. Ну, я могу сказать по собственному опыту, что все-таки болты — это довольно, ну, нелегкое чтение. Они написаны как, ну, как спецификация, как некоторый технический документ. И чего мне там не хватило, не знаю, вот как ты к этому отнесешься, может, какая-то работа идет на этом направлении. Не хватило мне просто документа, который был бы написан, ну, более-менее простым английским языком, который бы дал некоторую общую картину. Все-таки ты открываешь болт, и прямо тебе рассказывают, что в таком-то байте у тебя такая-то информация, а в таком-то байте такая-то, и узел должен так реагировать или сяк реагировать. Немножко, мне кажется, может быть, кому-то, мне, по крайней мере, было тяжеловато войти прямо начиная с болтов, но я не могу, честно говоря, предложить альтернативу, с чего тогда нужно начинать, если не с них. Ну, смотри. Во-первых, то, что я делал, это я имплементировал болты, я смотрел, какие у них были тест-вектора, и я пробовал свою имплементацию сделать такое, чтобы она могла разговаривать с LND. То есть это мне лично очень помогло. И я смотрел, какой в LND был код в Go написан, и я там пользовался дебаггером, я экспериментировал, в общем-то. Но учитывая то, что я работаю на Square Crypto, я думаю, что то, что ты говоришь, это, может быть, нам стоит подумать о том, чтобы мы сами тоже написали документацию, которая чуть более доступна, чем сплошная спецификация. И, может быть, это и поможет разработчикам войти в Lightning. Я думаю, мы это сегодня обсудим. Здорово. Я буду рад, если такой документ появится. Может быть, даже какой-нибудь pull-request туда закину, как человек уже немножко в эту тему погрузившийся. Вот. Но я думаю, что это вполне может помочь привлечь людей, которые не совсем, может быть, знакомы. Хорошо, мы обсудим. Может, напишем. Мне кажется, что мы об этом вообще-то даже пару недель тому назад и разговаривали. То есть вполне возможно, что мы что-то в этом направлении попытаемся сделать. Здорово. Еще такая тема, которую я хотел бы затронуть, мне кажется, это просто крутая история, хотелось бы, чтобы ты про это рассказал, это про гранты, которые выдает Square Crypto. Два гранта, про которые я читал в открытых источниках, это в адрес BTC Pay Server и в адрес человека с непроизносимым ником на букву Z. Можешь рассказать про это, как устроен этот процесс и кому вы даете гранты и зачем? Ну да. Мы еще не совсем окончили решение, как этот процесс должен быть устроен, но можно начать с того, что нам кажется, что есть некоторые проекты, open-source проекты, которые, несомненно, очень помогают всем, кто работает в биткоине и всем, кто им пользуется. И это, конечно же, главное условие для того, чтобы мы давали гранты. К тому же, что нам важно, это то, что у этих проектов не обязательно есть некоторые спонсоры или некоторые особенные коммерческие интересы. То есть проекты, которые, в принципе, которые не только всем помогают, но которые, в принципе, и зависят от грантов, чтобы их люди дальше могли разрабатывать. BTC Pay Server — это проект, который, несомненно, всем нужен. А Zeman SCPXJ, или как некоторые люди его называют Zeman, это человек, который так много пишет. Я не знаю, читаете ли вы Lightning Mailing List, и читают ли его слушатели. Но мое ощущение, что каждый третий имейл, он от Zeman SCPXJ. И имейлы его очень длинные и очень хорошо рассуждаемые. То есть
это просто кто-то, кто почти все свое время тратит на то, чтобы он думал, рассуждал и пытался улучшить Lightning и Bitcoin. Поэтому мы посчитали, что ему дать грант — это вполне правильное решение. А насчет процесса мы сейчас все еще немножечко рассуждаем. Мы хотим его точно формулировать и сделать все определенный стандарт, на основе которого мы бы могли давать будущие гранты. Но этот процесс еще не совсем закончен. Здорово, отлично, что вы поддерживаете такие проекты. И мейлинг-лист, хотя я на него подписан, как-то я, честно говоря, не особо внимательно его читаю, но точно я с Z-Man'ом взаимодействовал на GitHub, где я создавал какие-то ишью в Lightning репозитории, и он тоже приходил на помощь и помогал мне разобраться в том, что я не понимал. Так что всячески поддерживаю решение его за это вознаградить. Ну и такое может быть... Да, это просто очень много имейлов. Это я вполне понимаю, что сложно считать мейлинг-листы эти. Но да, я очень согласен, что Z-Man, он просто... Он столько всего пишет и так хорошо все продумывает. Просто очень-очень все получается плодовитым. Классно. Ну, наверное, мы уже движемся постепенно к завершению. Еще хотел я спросить про такую тему, как Twitter Square Crypto, который, мне кажется, в крипто-твиттере обрел некий культовый статус. Знаешь ли ты, кто его ведет? Да. Но, знаю. Наверное, не расскажешь. Почему нет? А кто его ведет? У нас в офисе там клетка. В этой клетке сидят 4 черных кошки, и у каждой из них клавиатура. Вот они весь день тем занимаются, что они пишут твиты для Square Crypto. Ну, могу сказать, что у них неплохо получается. Спасибо, я им передам. Здорово. Ну что, какие-то планы, может быть, обсудим на ближайшую перспективу, хотя мы их затронули как-то раньше кратко. Что сейчас на роудмэпе и какие-то темы, которые мы не затронули, а затронуть бы нужно, можем мы сейчас обсудить? Мне кажется, что мы все темы, которые у нас на родмапе, обсудили, потому что мы-то только что анонсировали проект, и сейчас просто надо им заниматься, надо его строить. Я лишь хочу сказать, что самое главное для нас, это, мне кажется, очень важно упомянуть, это я уже несколько раз говорил, но в рамках денежной суверенности в рамках биткоина очень важно, что то, что ты раньше говорил насчет KYC, чтобы это не становилось статус-кво, чтобы неважно, вне зависимости от того, какое законодательство и что происходит в мире, у людей всегда была возможность друг другу пересылать деньги, и чтобы никакие правительства не могли это останавливать, чтобы это все было автономно, и чтобы у людей была эта денежная суверенность. И в связи с этим нам кажется на сегодняшний день, что потому что Lightning дает биткоину возможность масштабироваться и анонимность, что это лучший подход к тому, чтобы это все-таки стало стандартом. Но если в ближайшее время мы увидим, что все-таки это не получается, что это не тот подход, то вполне возможно, что мы его изменим. Все-таки Lightning — это не сама цель, а это средство. Но я думаю, что на сегодняшний день, насколько это видно, насколько это всем понятно, это лучшее средство, и что имеет смысл его улучшать и развивать. Да, пожалуй, только с этим могу согласиться, и очень меня вызывает тоже понимание и отклик, вот эта идеология того, что денежная инфраструктура должна быть нейтральной, независимой и неподконтрольной центральным организациям. В конце концов, это мысль, которая, вероятно, нас всех в той или иной степени привела в эту индустрию. И здорово, что вы про нее не забываете и непосредственно помогаете воплотить ее в жизнь. Спасибо. Очень пытаемся. Спасибо. Ну, давай тогда будем завершать. Давай. С нами был Арик Сосман из компании Square Crypto. Спасибо большое за разговор. Это был подкаст «Базовый блок». Я Сергей Тихомиров. Подписывайтесь на нас везде. Заходите на наш сайт basicblockradio.com. Там есть все выпуски, все шоу-ноты. У нас есть Twitter, ВКонтакте, Telegram, Instagram и Twitter, конечно, у нас есть. В Телеграме у нас есть чат, BB-чат.
Там можно обсуждать этот выпуск и другие темы, связанные с криптовалютами и блокчейн-технологиями. Заходите, пожалуйста, на наш Patreon, patreon.com/basicblockradio. Там можно нас поддержать. Эта поддержка нам очень важна и помогает нам делать выпуски лучше. До следующего выпуска. Счастливо!